Ребята, сегодня я хочу вам порекомендовать несколько детских книжек, которые мы получили. Это «Волшебный холм». Знаете такого автора? Да, Ганса Христиана Андерсена. Ну, прям везут аж библиотека бербат, мы мутфемей, дар зик инчерка ич. Băieții de obicei încearcă să își caute alt fel de lucru, de exemplu, nu știu, în economie, бизнес и администраторы, электричение и другие. Я слежу за книжным фондом. Это то, что все книги, которые находятся в библиотеке. В течение года проводим ряд мероприятий, каких-то юбилейные даты писателей. И помогаю директору Дома культуры организовывать День села, День независимости. Вот такие праздники мы делаем, Лимба Ностре, делаем сообща. Este o muncă ca toate muncile și consider că nu contează că lucrează femei sau bărbați. Principalul este să te descurci. Первый какой-то семинар был в Фалежском районе, в библиотеке районной. И говорят, о, у нас мужчина-библиотекарь, ну так необычно. Ну я как-то, мне было, никаких проблем я не чувствовал в этом, да, что один среди там женского коллектива. Vreau să deschid un club al tinerilor jurnaliști și doresc să invit elevi, studenți să participe, să abordăm diferite teme pe orice subiect, teme chiar actuale din țară. Fiindcă când am terminat facultatea de jurnalism, erau doar 3 băieți și restul fete. Și într-un fel vreau să trezesc interesul și băieților, nu doar al fetelor. Я считаю, что стереотипы нужно разрушать и бороться со стереотипами, так как стереотипы тормозят развитие, мне кажется, развитие вперед, движение вперед. Из стереотипов складывается какое-то общественное мнение, и из-за общественного мнения люди боятся пробовать что-то новое, что-то другое. Я же понимаю, что не есть ни круче, но с лукрейской библиотекар, и индем, и боец, если лукрейзи на чест домене, дяречи, есть умка интересанта. Я не смотрел на то, что это в основном работают женщины. Я попробовал и получилось. Нужно пробовать. Советую всем пробовать любую профессию, потому что это стоит того. Consider că în viață nu trebuie să ne orientăm după stereotipuri, să ne alegem profesia dorită în dependență de ce ne place. Da, și indiferent ce am fi, femei, bărbați, trebuie să venim la muncă cu plăcere.